Заключительный удар. Ой! Это сократить в 4 раза придется. Нихуя! Нихуя себе, блядь! Она сам, брат! Да, сучка! Хорош, бля, воняет, прям здесь! Просто в 9. Но как же он убрал за пивом? Смотри еще раз. На! Наконец-то он это сделал! Уже после Колодина, на опыте, он уже знает, как на замахе, раз, в центр уходит, удар. Все. Колодин теперь по ночам просыпается в такой момент. Туда его! Ну а на поле тем временем очередной подбор за нашим капитаном. И выводит он Блатова на сольный проход. Максимально опасная атака. Витя Блатов с мячом. Какой хорош, какой порядок. Ну это не Блатов, это Виктор Месси какой-то. Потому что, учитывая, что он на замахе разложил Дениса Колодина, выждал идеальную паузу и пробил в открытый угол. Ну кто теперь может посягнуть на идеальность Блатова? Ой-ой-ой! Не, ну вот это, мне кажется, прям самое четкое. Самое четкое снял штаны просто Федота. Я про Федота, штаны были идеально сняты. Один Федот заслуживает баллов 5 точно. Леша, Леха делает короткий пас на Чужого. Антон пробует пробить. Да! И этот гол, мне кажется, был роковым, потому как несколько игроков команды соперников откровенно бросило играть, смирившись с поражением, потому что, ну все, 4-1. Дай один удар, сделал хотя бы. Ну все, друзья. Coming in, yeah, flex, I just wanna win. Все, спасибо. Причем Федос помог, как бы, спасибо, ну что. Он именно от перекладины его причем пробегнул. Это говно, не считай. Нет, если. Хорошо, что не записал, кстати, в камеру. Ну, не может капитан без голевых передач. Уж сори, Ромарой, удар. Рома очень здорово попал в дальний угол. Хорошо, заявочки, я бы сказал. Первый раз. И новый момент с участием Сибсканы, Жеки Савина и Блатова, где последний решается на дальний удар. Блатик, уяч! Залетело! Сколько не летело у него ударов. Ну это очень хорошо. Все, гол забил Никита Финита! Кто справа хорошо бьет в Урале? Биг Палвис. Хорошо, сейчас смотри, как Биг Палвис, да. Не, Биг Палвис, Хабир бьет нормально. Вау! The king and will not be. I am the king and will not. Бля, брат, красиво? Красиво. Все, утащил про молодого. Ой-ой-ой! Вот она! Как вообще такое возможно?
Ой, давай, мэй, привет. Хуя! Блять, это оно! Это оно, чувак! Это, блядь, оно! Ура! Он извернулся, он смотрел на меня и забивал. Пацаны, у меня пиздец. И он успел мне подмигнуть даже. Ой-ой-ой. Чуть-чуть вот оно вот тут вильнул. 69. Плюс сокращается в два раза. Да. 34,5. Первого раза! Первого офигеть! Раза я забираю! Вот так вот защиту Ромы разнесли просто одним пасом. Скажи, что сейчас было? Да. И гол. Только то, как он до этого бил, не очень было похоже.